Если есть в нашем городе рай, то это Лебяжья Поляна. Ровно 5 лет назад на берегу реки Ахтубы появился элитный коттеджный поселок. Река, чистый воздух, живописный берег, облагороженная территория, развлекательная инфраструктура. Здесь есть все, о чем мечтает каждый городской житель. В свой день рождения Лебяжья Поляна принимает у себя самых близких друзей, жителей поселка и партнеров проекта. Все, что мы смогли сделать пока за 5 лет, это вот это. Это мы сделали только половину. Мы закончили коммуникации в 2 очередях, это порядка 130 участков, а у нас всего 300. Начали, ну, где-то 40% инфраструктуры мы сделали, 60% парков сделали, начали благоустройство пляжа, начали благоустройство зоны Ерика, ну и открываем, вот сегодня мы открываем тренировочное поле, драйвинг рейндж, поле гольфа. Ну вот пока то, что мы успели сделать, но очертания уже видны, и городу мечты быть. Архитектурно-планировочную концепцию резиденции разработал выдающийся голландский архитектор Кис Шиперс. С учетом последних модных тенденций строительства и индивидуальных предпочтений потребителей. На день рождения своего проекта идейный вдохновитель прилетел на вертолете, чтобы с высоты птичьего полета оценить масштабы и красоту своей задумки. Пять лет назад я придумал в голове план этого поселка, и вот ребенок родился. Но я не очень хороший папа, так как я не видел своего ребенка 5 лет. Но сегодня я здесь и могу сказать, что мой ребенок очень красив, здоров и хорошо поживает. Сами жители поселка признаются, что больше всего любят природу этого необыкновенного места. Олеся Агаси рассказывает, что всегда мечтала о таком уютном доме. Уже год молодая мама 3 детей вместе с мужем живут в Лебяжьей Поляне, а в город выбираются исключительно на работу. Самое главное – это инфраструктура и все, что вокруг находится. Потому что все люди на нас расставляют какие-то приоритеты. И вот мы сделали свой выбор в пользу свежего воздуха, здоровья детей наших. Вчера ходили за грибами. Походы за грибами, рыбалка, а зимой катание на лыжах и санках. Эти увлечения уже стали любимыми для старшей дочери Олеси, Евы. Особенно ее радует богатый животный мир Волго-Ахтубинской поймы. Когда едем, ну, с папой, когда зимой едем, тогда очень много орлов, потом ежики бегают, лисы. Здесь на участке даже ежиков ловили пару раз. Вот. У речки черепахи. Еще одна особенность Лебяжьей Поляны – развитая инфраструктура. В честь 5-летия проекта открылся еще и уникальный гольф-клуб. Освоить один из самых популярных видов спорта и отдыха могут не только жители поселка, но и все желающие. По статистике, если в Америке 15 миллионов гольфистов, то в России их всего 500 человек. Кстати, у нас в городе есть спортсмены, у них есть свои клюшки, они уже изъявляют желание здесь тренироваться. Проекту «Лебяжья Поляна» 5 лет. Город мечты только начинает развиваться, но уже сейчас он стал любимым для волгоградцев местом для жизни и отдыха. Олеся Швыченко, Александр Федоров, Волгоградское деловое телевидение.